Ребят, всем привет. В общем, в чем рофлс? Рофлс в том, что у меня, короче, ну, не хочет вообще идти стрим, поэтому идем обратным методом. Будет видео. Собственно, давайте, ну, я не... Ну, просто представьте, что вы были на стриме, и вот сейчас идет видео. То все, вот это вот чисто запись. Все, давайте без всяких отвлеканий, нужно, короче, вот так вот сделать. Никаких советов, короче, не будет у меня. По поводу того, как это все проходить, но тем не менее. Так, облака, я помню. Обалденно. Так, ладно. Ну, короче, буду без стрима, но тем не менее без стрима. Ну, я давно не записывал именно летсплея, то есть... Мне даже будет интересно увидеть, как это вообще будет. То есть, ну, как вообще летсплей получится. Может быть, реально стану снова летсплейщиком с таким интернетом? Навряд ли, потому что стримить куда веселее, чем, ну, чем записывать летсплей. Я соглашусь, есть прикол в летсплеях, но все же стримить в разы легче. Не нужно монтировать, либо что-то еще. Я думаю, вы меня поймете, когда... Да, когда вы меня, собственно, поймете. Все, погнали дальше. Я думаю, все прекрасно понимают, почему я именно решил, ну, продолжить игру, потому что тут все же уже как концовка, а концовку нужно, да, пройти. Соответственно. То есть, да, концовку я должен, да, пройти. Неважно, какой у меня интернет, я все равно геймер, я должен это все допройти. Но тут, да, тут будет без живых комментариев, то есть, да, ну, оформление стрима я просто оставил, чтобы у вас было ощущение, что вы все еще на стриме. Только вы ничего уже не сможете написать. Потому что, по сути, стрима нет. Уже. То и все, он исчез. Ну, стримы, разумеется, все останутся и... Ну, и все. То есть, ну, это видео я чисто загружу как для... Ну, как для этого всего. Без всякого монтажа. Отлично, тут я понял, что еще будет. Короче, механики с блоком. Если вкратце. Нужно, короче, так вот опустить, пойти вперед. Его поднять и вот так вот зацепиться за него. Как я зацепился туда, я не знаю. Сойдет, я думаю. А, с блоком нужно все же до конца. Окей. Окей, с блоком нужно все же до конца. Сейчас гляну, как меня слышно. Меня вроде бы нормально слышно. Ну, я говорю громче, чем хера. Значит, меня будет слышно отлично. Короче, ну, это фактически уже конец, поэтому могу поговорить о, ну, о самой игре. Игра сама по себе крутая. То есть без лишних споров, это одна из таких прикольных игр, которые я играл. Причем, ну, она же в 2018 вышла еще. Что, в принципе, здорово. Но мне она нравится. Если мы будем честны, это лучшее, во что я играл, хотя я так обо всех играх, фактически, но тем не менее. Блок, я полагаю, мы никуда двигать не можем, соответственно, да, нужно так вот просто проходить. По хвастику, так сказать.
Ага, все, я понял. Нет, я не понял. Короче, пропадает тот самый вайп стрима, но тем не менее. СПМ, в принципе, тоже прикольно, я могу что-то комментировать. У меня уже появился вот этот опыт того, как быть уникальным. Ну, не уникальным, а скорее это. Ну, а скорее это интересно. То есть меня реально хочется смотреть. В конце самого. Класс. Давайте повторим. А, блять, а теперь я не смогу это повторить. На стримах, то я матерюсь, я не знаю, как тут на видосе, я, наверное, постараюсь без матов. Оба. И нужно вверх. Завидую тем, у кого получается без матов материться. Ой, наоборот, тему, кто может жить себе без матов, тут супер круто. Я вам завидую. Потому что я еще тот матершинник. А это, кстати, случайно не последний вообще, в принципе, момент в телесте. Я вот так просто пройду? Нет, ладно. Не просто так я его пройду. Окей. Не просто так, не просто. Да, я лохнулся в конце сам. Но я полагаю, это уже финал скоро. Еще самое обидное, умираю под самый конец. Ну, музыка имба. 100%. Не, ну классно разрабы придумали. Мне прям нравится. Чудом пронесло. Да, я уже не думал, что прорвемся. Получается, все почти. Пожалуй, ты была права. Наверное, это слишком опасно. Нет, я ошиблась. Я ошибалась, игра на полный путем. Я прикрою, и я в тебя верю. Это для меня много значит. Давайте еще раз. Отлично.
А, я понял, как тут. У нас типа сохраняется импульс. И, типа вот так вот делаем просто. Тут можно даже без дэша допрыгнуть. Ну или с одним дэшем. Оба. Отлично. Короче, нам, ну, влево, чтобы собрать клубнику. А, тут прям настолько. Угу, понял. Ну, тут же как финал, тут, в принципе, очевидно. Так будет, ну, посложнее, чем казалось. Так вот, к ней спрыгнем. Пойдет можно просто как прыжки. Что-то как-то тайминг хреново подугадываю. Может, короче, вот так с подожданием и вот так. Я почти прошел. Нику собрали. Отлично. Да все, защитой. Теперь вниз за вот этой штукой. Это было в разы легче, чем то, что там было. Чисто ключик. И по идее все. Ну там скоро будет все. Выглядит как какая-то база. Короче, нужно как-то под тайминг. Типа вот так. И все, и чисто потом по птазу еще вернулся.
Записываю в реальном времени, ну, чтобы ничего не урезать. Думайте, что вы будто на стриме. И все. Просто верьте в это. Плохо разогнался. О, нормально. Отлично. Крутой. Сейчас еще раз. Нормально. О, все, наконец-то вот эти самые сферы. Нужно было сверху пройти, окей. Почему я радуюсь, что тут сфера? Потому что, ну, раз тут сфера, скорее всего, это уже как конец уровня. Хотя Селеса сама по себе хорошая хирурга. Пам-пам-пам-пам-пам. Полетели. Вот она, финишная прямая. Сейчас прям чуть-чуть, и у нас все получится. Да. Что не так? Да, просто. Прости меня. Я тянул тебя назад. Нужно научиться верить тебе. Это не твоя вина. Я сам пытался от тебя убежать. Если честно, я всю жизнь пытался от тебя отсутствовать. Прости. Мне давно надо было попытаться тебя понять. Ну, короче, какой-то грубый... Короче, какой-то сюш. Мне нечего сказать. Я был слишком гордой или упрямой, или глупой. Мы потратили впустую столько сил и времени. На сере мы говорим об этом. Лучше поздно, чем никогда. Да. Я рада, что гора помогла тебе воплотиться. Думаю, теперь мы можем жить дальше. Если гора будет нам посем, то и со всем остальным мы справимся. А если мы не сможем подняться? Ну и ладно. Серьезно? Конечно, я радуюсь тому, что мы пытались. Вот это мне и было нужно. Я начинаю понимать, почему. Ладно, давай покончим с этим. Короче, вот это уже буквально гора. То есть, сейчас мы реально как скалолазы. А, все, я понял. Флажки, все. Уже реально финишная прямая. Балдеж. Изумруду хаоса. Я понял, о каком месте говорили люди. Реально, изумруду хаоса.
Ну да, я так и понял, что это контрольные точки. А, и ветер, я как понял, дует вниз. Все, теперь все ясно. Типа тянет нас вниз, но мы не тянемся вниз. Потому что мы сильные. Мы сильны духом. Мы сильны мотивацией. Power и motivation. Вот что нами движет. Не туда немного, ну ладно. Нет, это прыгнул, ладно. Пиздец. Класс, прямо перед точкой контрольной. Как меня вниз тянет. Извините, но меня уже задолбал этот геймпад, который у меня вибрирует. А мне уже все пальцы ушатал. А как тут? Интересно. Вы придумали, конечно, механики. Так, не пальцы у меня уже немного стерты, окей. Еще, конечно, не настолько я прям. Но немного есть. Такое. Е, следующее. Ага. Вверх полетели. У-ху. Ага. Даже нас в самый верх тянет. Окей, так будет легче. Mm-hmm.
Закончился прыжок, о нет. Ничего себе, как я высоко прям прыгнул. А нет, у меня больше прыжка. А нужно, короче, как-то супер высоко. Короче, взять эту штуку и только один дэш использовать в этом моменте. Отлично. Как раз добрался. Но тут легче. Собрать 30 ягод. Е, достижение. Класс. 14 штука. Там тоже получается шипы были. Блять, буквально прыжка не хватило. По идее, можно и дэшем туда добраться, то есть вот просто беру вот так. Так, сейчас подождите. Это еще был не самый сложный момент, понимаете? Здорово, сейчас я проверю, как меня слышно. Короче, ладно. Я не знаю, что еще. Ну, короче, ладно, будем продолжать. В принципе, прошло только полчаса. Хотя, мне кажется, люди ожидали, что я финал пройду прям супер быстрее. Ну как, финальное испытание, так что, в принципе, можно. Ну тут прям супер намешали механик. Конечно, мне нравится, что здесь намешали столько механик. Тут уже что-то супер лютое началось. Нормально. Тут прям гребаное скалолазание. Тут прям реально скалолазание. Я момент пропустил, он нет. Хотели летсплей, вот вам летсплей. И потом вы скажете, что лучше, на стримах сидеть, либо на летсплее.
Поехать можно одним прыжком. На это и рассчитан этот момент. Я как понял. Да, я был прав. Ух, ёкарный бабай, что здесь дальше? Короче, тут же эксплуатация вообще всех механик. Ну, всех моментов. Я понимаю, что это игровая условность, но тем не менее. Кто быстрее, мой геймпад, который вот-вот разрядится, или это хигра? Ну, или я, или я, который пойдет эту хигру. Нужно лево и вверх. Ну, конечно, да, тут геймпад, кстати, и не нужен, тут можно на клаве. Так что да, даже если разрядится геймпад, все равно. Потому что на геймпаде это проходить немного Unreal. Немного, если честно. Ну, это на геймпаде, допустим, сложно. Нужно получаться вверх, вверх, вправо, вверх и ни на сколечки не сжимать стик вправо-влево. Ну, то есть, ну, в том плане, ну, вот, когда я делаю сейчас лево и вверх, я должен делать именно лево и вверх. А не там лево и вверх в блок и так далее. Нужно на клаве попробовать. Ага, проб на это. Сейчас бы, блин, еще привыкнуть. Сейчас, короче, привыкнем. Не привыкну я к этому. Не, ладно, я попробую. Я должен это пройти на геймпаде. О, нормально. Сразу как сел на геймпад, снова. Снова позе. Ну и позе основа в геймплее. Единоразовый, сука. Но он реально сука. Тут будем уже честны. Кто же знал? О, нормально, вверх. Я, короче, сейчас скину, где я. Я уже тут. Так, ладно. Давайте дальше. О, нормально. Не, ладно, я не буду это смотреть, я не буду себя спалить. Ну, короче, я как понял, это уже финал. Ну, в том плане, что это буквально финальная сцена.
То есть тут всего будет 4 чекпоинта. Нужно было дэш сохранить один. Я его не использовал, класс. Кайфарик. Блин, в конце запорол. Нужно было просто два дэша сделать. Сука. Нужно было просто сделать два дэша в конце и все. Второй флажок. Слишком дохера дэшев я сделал, видимо. Печально. Дэша не хватило. Это же финал. Я не думал, что меня настолько зарядит игра, что я прям ее захочу пройти. Ну, да пройти, причем так, чтобы я его именно сейчас прошел. Я же буквально, когда начинал стрим, у меня было пройдено меньше половины. А сейчас я уже вне стрима. Записываю это как на видос. Видос будет большим. Ну, в плане веса, потому что без монтажа буду сразу заливать на YouTube. Так, давайте переласт флажком глянем. Ладно, никто еще ничего не пишет. Окей. Ну, я чисто глянуть, что там в Дискорде обо мне пишут. Балдёж! Высота! У нас получилось! У-ху! Так, я делал скриншот. У нас получилось! Даже не верится. Круто, кажется, красиво. Глянь, только чего мы стоим. Как я рада, что увидел все это до того, как... Ну, пока я не... Ну, не исчезла. Mm-hmm.
Балдежная игра. Не, ребят, это реально балдежная игра. Подняться на гору Селеста. Класс. Не, я теперь прекрасно понимаю, почему игру любят. Я теперь тоже. И нет, я не буду проходить супер хардкорный жопа разрывающий режим, потому что, ну, это будет жопа. Селеста балдежная хера. Не, если честно, она реально балдежная. Типа, скажем честно, игра стоит тому себя. Не в плане денег, а в плане того, что это, в принципе, хера. То есть, видно, что и игру делали. Видно, что игру прям хотели сделать. Причем хотели сделать хорошей. Хотели сделать веселой, увлекательной. Видно, как хорошо проработана... Ну, проработана геймплейная часть, проработана, ну, и еще много чего. На самом деле, это супер лютая штука. Не знаю, ну, мне прям супер нравится. Игра прям хорошая. Ну, я бы даже сказал, она отличная. Одна из лучших. Причем давайте учитывать, что это вышло в 2018 году. То есть даже если смотреть относительно 2018 года, это офигенная игра. Она банально визуально выглядит классно. Она классна в принципе. Мне прям зашла игра. Я понимаю, что это еще вообще не весь контент, но игра реально, ну, веселая. Даже без этого контента она реально душевна, она реально интересна. Ну и в меру сложно. То есть, ну да, под конец прям было сложно. Ну, я немного вспотел в конце. Но я знаю, что здесь есть еще сложнее уровни, поэтому да, я понимаю. Ну, я ее не смогу, возможно, осилить. Ну, в плане на фул. Не, ну рано или поздно то смогу, но банально вот нет у меня желания ее задрачивать. Я хочу оставить хорошее впечатление об игре. Ну, потому что игра действительно шедевральная, я бы сказал. Но это реально, это очень круто сделано. Прям видно, что люди, ну, делали это с душой. Она слишком душевна. О, это, я полагаю, геймплей мне дали. Тот самый домик, типа. Возвращением. Маделин. Ну как, побывали на вершине? Да, мы смогли. И это было потрясающе. Красиво там, правда? Я не считал, что оно будет того стоить. Но оно того стоило. Надо было дать тебе телефон, чтобы ты сделал селфи тогда. Добрый вечер всем присутствующим. Здорово. А вы что тут делаете? Птичка принесла весточку, что здесь сегодня празднуют. Ну да, волшебная пташка, электронно-почтовый голубь. Впрочем, если мне это не рады, я немедленно удалюсь. Оставайтесь, господин Ошо. Рад вас видеть. Знаете, я ведь, пожалуй, впервые вижу вас за пределами вашего отеля, Ошо. А что, что вы решили выбраться? Я как раз печатал пирог из тех, что удалось собрать по пути. О, это замечательно. О! Классная тема. Но я собрал присадку. Но я собрал больше 30.
Я не могу это есть. Может, не подарок, а внимание. Вы, народ, просто не разбрах во вкусняшках. Ничего мне больше достанется. Не стоит тебе это есть. Ой, вот столько угроз не надо. Класс. Ну, короче, 30 из 175. Но игра кайфовая. Это 100%. Ну и, короче, говорили о том, что тут будет, ну, жопа дальше, я дальше не смотрю. Я дальше просто смотреть не буду. Ладно, я не на стриме, так что, в принципе, можно вот прямо сейчас просто брать и отрубать. Так что да, в принципе, всем спасибо, кто был на стриме со мной до того, как у меня отрубили интернет. Ну и, в принципе, да.